Сегодня окончательный этап сборки колес. Что нам понадобится? Перчаточки, монтажечка, проставки, чтобы не поцарапать диски из мягкого пластика, изолента двух типов, тряпочная, это чтобы закрыть хвостики спиц, чтобы ничего не пробивало, мыльный раствор, камера и резина. Все, погнали собирать. Все готово, все инструменты на столе. Получается вот такая красота. Что там сначала? Тряпочная изолента, потом современная пластиковая. Все уже, спицы изолированы от камеры идеально. Крайнее видео для сдачи заказчику называется. Все очень даже неплохо. Так, теперь смотрим обод. Так, как бы это все помедленнее сделать. Вот, сфокусировался обод. Вот, допустим, наклейка, и поехали. Обод нигде не поврежден, никаких следов от монтажек, потому что монтажки, грубо говоря, даже и не применялись. Резина хорошая, вот опять наклейка. Резина свежая, оделась руками. Так, а здесь наклейки нет с этой стороны. Сейчас мы что-нибудь выберем. Ну вот от пипки смотрим следы повреждения. Так, ну это резинка. Резинка торчит. Не повреждение. Ни одной царапины, ни одной вмятинки от монтажек, ничего нет. Так, это специальное отверстие, чтобы конденсат не скапливался в ободе. Специальное отверстие. Ну вот такая красота. Круглое колесо. На видео спицы в одну сторону, а резина в другую. Точно. Чудо, что резина в одну сторону крутится, а спицы в другую сторону. Ну и колесо номер два. Так. Можно 300 ездить на таком колесе. Все ровненько. О, опять навстречу едет. Так, наклейка и поехали. Никаких следов повреждения не наблюдается. Все аккуратно сделано от души. Так, ну, вот как-то так. Ну и вторая сторона. Тут есть какая-то бирка. Поехали. Повреждений нет. Все, можно отдавать клиенту, заказчику. Все сделано, все перепроверено. Еще какое-то время тут солидол, потому что, и как бы я не вытирал, все равно солидол время, это не грязь, ничего, это просто солидол выступает, как бы не протирал, и остается. Но единственный косяк, который есть, ну, грубо говоря, вот так вот его не видно, а если прям, ну, с увеличительным стеклом, то в момент покраски за это место, где пипка, вешали обод на покраску, на терну, на порошковую, и там есть как неровности немного,
если уж так, ну, сидим под микроскопом разглядывать. А так вот такое колесо, что мне без резины не сильно они нравились, а вот с резиной очень достойно смотрятся, красиво.